Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. В этом видео хочу поделиться с вами одним очень вкусным рецептом запекания свиной корейки в духовке. Для этого нам понадобится свиная корейка на 2 килограмма, маринованные шампиньоны собственного производства. Кстати, как я мариную шампиньоны за 15 минут, видео есть на канале. Ссылочка будет в описании под видео. 2 помидора, 1 луковица, маринованные огурцы, французская горчица. Также нам понадобится 200 грамм майонеза и тертый сыр. Корейка у нас с ребрами, поэтому делаем надрез до самой шкурки меж ребер. Примерно, чтобы у нас получались вот такие вот кусочки. И делаем вот такие надрезы. Также стараемся сделать до шкуры. Делаем вот так вот надрезы внутрь. Наши кусочки нам хорошо было замариновать. Тоже стараемся до шкуры надрезать. Если тоненький кусочек, то так можно не надрезать. Вот, посмотрите, сделал много надрезов по мясу, как бы такие кармашки получились. И вот в эти кармашки мы будем нашпиговывать или замариновывать наше мясо маринованными огурцами, шампиньонами, французской горчицей. Чем больше у вас получится сделать больше таких кармашков, тем вкуснее получится в итоге мясо. Наше мясо убираю пока что в контейнер для запекания и нашинкуем мелко огурчики и грибы. Грибы и огурцы так вот меленько нарезаем и перемешиваем вместе. Я вот так вот нарезаю, что попадается под руку, беру и нарезаю. Теперь меленько рубим. Помидоры нарезаем не толстыми кружочками. Лук нарезаем полукольцами. Нарубленные огурцы и грибы добавляем 2 столовых ложки французской горчицы. Выдавливаем майонез. И все перемешиваем. Хорошо перемешав огурцы с грибами, берем наше мясо и начинаем его как бы нашпиговывать. Эти наши кармашки, которые мы сделали. Сначала закладываю по ложечке, а потом будем смотреть уже по остатку. В противне неудобно это делать, поэтому я решил выложить пока на доску. Теперь в эти кармашки вкладываем помидоры и репчатый лук.
выкладываем помидоры и лук между надрезами мяса, не только в кармашке. Нашпиговал мясо маринадом, убрал в стеклянный противень. Теперь уберу в сторону минут на 30, пусть мясо немножко промаринуется. А мы пока что включим духовку на 220 градусов, чтобы она полностью нагрелась. После этого накрываем мясо фольгой и убираем примерно в духовку на час 40. А там будем смотреть по готовности. Проверил мясо через час 40. Оно было 60 градусов. Поставил еще в духовку на 20 минут. В итоге наше мясо было 2 часа в духовке. И теперь, как видим, температура поднялась до 70 градусов. Вполне наше мясо уже готово. Сейчас посыплю его сыром и буду доставать. Прошло 2 часа, и вот какая красота получилась. Посмотрите, сколько бульона. Мясо запекалось, тушилось вот в собственном соку, в маринаде в этом. Запах просто не передать словами. Я уже хочу попробовать. Конечно, я это мясо готовлю не первый раз, знаю, какое оно на вкус. Но от этого мне хочется попробовать еще больше и больше. Сейчас дам ему немножко подстыть, переложу в другую посуду, разрежу и покажу, как мясо у нас получилось. Смотрите, какая красота получилась на срезах. Запекся лук, помидоры. Очень приятный аромат. Очень аппетитный запах. Не терпится попробовать. Посмотрите, какая красота. Вот теперь можно попробовать. Мясо очень хорошо пропеклось, протушилось. Смотрите. Горчичка, он выделяется. Грибы, огурчики. Очень получилось мягким. Всего в меру. Очень вкусно пропиталось мясо. Вот этим маринадом грибов, огурцов. Рекомендую, не пожалеете время. Приготовьте по данному рецепту, я уверен, на 99% вам данное блюдо понравится. Такой необычный, но очень приятный вкус. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Если вы еще не подписались, подпишитесь, пожалуйста, на канал. И если вам не трудно, оцените видео лайком. До новых встреч!